После торжественного открытия акции на раскопках состоится большой экскурсионный час. В амфитеатре пройдет театрализованное представление «Герои арены». Юные посетители смогут проверить свои знания по истории и природе Кубани, отгадать кроссворды, ребусы, сложить пазлы. Также состоится открытие интерактивной выставки «Веселые мультяшки». Археологический парк «Гераклов узел» поможет посетителям попробовать себя в роли жителя древнего города – гончара, мукомола, ткача, рыбака, а также археолога и реставратора. Все экспозиции музея будут открыты для посетителей. А у памятника «Русские ворота» будет организована работа передвижных выставок и интерактивных площадок, выступления казачьих творческих коллективов. Анапский археологический музей Гаргипия приглашает всех желающих 20 мая с 19 до 24 часов по адресу набережная 4.